Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 24 апреля 2021 года. Я продолжаю наш цикл об ожившей поэзии «Замолвите слово». К сожалению, последние два дня, 22-23 апреля, я не мог давать этих обзоров, ибо что-то у меня расстроилась с записью, и сейчас вроде бы я это подправил, и будем продолжать наши обзоры. Ну, какие новости? Обычно я рассказываю наши секреты новости, пару слов скажу и об этом. У нас всегда есть новости, и новости я говорю, как всегда, только в основном хорошие, потому что плохие новости должны быть исправлены, потом можно о них только говорить. Итак, какие у нас новости? У нас, я хочу еще раз познакомить вас с нашей системой нумерации. Это новость, потому что я все время это обдумываю, и вот сейчас уже буду реализовывать. То есть, вот этот обзор у нас будет 1100, вот тоже новость. То есть, 1100 композиций мы уже, конечно, даже больше показали в этом цикле, но я беру по минимуму, ибо иногда повторяются композиции, чтобы не было потом разговоров. И вот в связи с этим я ввожу новую нумерацию. Не новую, а просто объясняю, как у нас будет строиться. Вот это 1100-й выпуск. Значит, специально я делал через 10. Значит, вот, допустим, я хочу, и я скоро это буду делать, выделять какие-то лучшие композиции. И вот я все лучшие композиции нашей ожившей поэзии будут заканчиваться на семерочку. То есть я сегодня, кстати, хотел сделать 1097 и отборные композиции. Но дело в том, что у нас текущие композиции мы еще не показали. Поэтому самое первое надо показывать все-таки новые композиции. Но и хорошие старые, которые мало набирают просмотров. Итак, значит, если на 7, то это будут лучшие композиции, и они не будут входить в количество просмотренных. Если на 3, то это будут, скорее всего, обзоры. Ну и потом я вам буду уточнять. Вот такая у нас, то есть вот это, то, что я через 10 нумерую, дает нам очень большое преимущество, ибо мы можем давать, допустим, лучшие или там по просьбе композиции, их не считать в количество наших просмотренных роликов. Но не будем отвлекаться, давайте конкретно перейдем к этому новому выпуску нашей ожившей поэзии. Сегодня вы послушаете Галина Вольнберг «Мчатся годы, рвут удила». Я давно не писал на ее стихи композиции, вот недавно написал. Хотя уже у нас есть порядка 160 композиций на стихи Галины Вольнберг. Далее послушаем недавнее сочинил, по-моему, позавчера, не помню, сейчас я запутался немножко. Верона Шумилова «Ты просто будь» – новая композиция. Затем новый для нас автор Наталья Москвина, Москвитина Наталья Москвина, «Розы любви». Нашел я такую композицию, восстанавливаю ее. Затем «Что в имени тебе моем» на стихи великого Пушкина. Затем «Не хочу я стареть» на стихи замечательной Ларисы Рубальской.
«Ты без меня и без тебя» на стихи Воленберг, «Ты не зови меня» на стихи Вероны Шумиловой, «Роковая весна» на мои стихи, «Булата Куджава», послушаем, «Виноградная косточка», замечательное творение великого поэта и барда. Затем поэзия, ожившие оды, трактат о таинствах любви, трактат, слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича, Яни Лорка на стихи Натальи Грейс, очень известная человека, и она замечательная поэтесса. Ну, и если успеем, еще «Белая березонька под окном» на стихи Ивана Терехина. Итак, начинаем наш 1100-й обзор. Галина Воленберг, «Пчатся годы, рвут удила». Музыка исполнения везде Самуила Фрумовича. Я слышу музыкально-поэтическую композицию, композиция называется «Мчатся годы, рвут удила и догнать». Музыка исполнения Самуила Фрумовича, стихи, жившая поэзия. Следующая композиция «Ты просто будь» на стихи Вероны Шумиловой. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию. Thank you.
пусть далеко, пусть за туманами ты только будь, ты только будь, и между правдой и обманами твори свой путь, твори свой путь. Следующая композиция «Розы любви», стихи Натальи Москвитиной. Смотрите, друзья, 16 марта 2020 года была эта композиция, набрала всего 17 просмотров. Вот поэтому я объединяю, потому что мне не хватает деньги на все ролики давать, рекламу объединяю и даю сразу намного. Произведений сокращенно вам показываю, если вы захотите полностью, то вам надо набрать вот здесь «Фрумович, розы любви», и вы найдете сразу эту композицию. Следующая композиция
Александр Пушкин, «Что в имени тебе моем?» У нас будет книга «Великий поэт и вожатый». Произведение на стихи Ларисы Рубанской «Не хочу я стареть». Хочу я стареть, музыка исполнила собой помощи и дезодорога из цикла «Ожившей поэзии». Не хочу я стареть, не хочу. Хорошо, хорошо,
поставлен. Следующая композиция «Ты без меня, я без тебя» на стихи Галины Воленберг. У нас есть книга на стихи Галины Воленберг. Ты без меня, я без тебя, души кричат в разлуке, вечностью снов дышит земля, вечность и наши муки. Ты без меня, я без тебя, души кричат в разлуке, вечностью снов дышит земля, вечность наши муки. Холод ночей, запах свечей, гаснущий стылую в юбу, я же теперь стану ничьей, мы не нужны друг другу. Холод ночей, запах свечей, гаснущий стылую в юбу, я же теперь стану ничьей, мы не нужны друг другу. Мерзнет рассвет там за окном, где-то шумят трамваи. Страх за тебя, мы не вдвоем, больно, а мы не знали. Мерзнет рассвет там за окном, где-то шумят трамваи. Страх за тебя, мы не вдвоем, больно, а мы не знали. Время на взлет, пулей летит, но все равно не лечит. В доме моем холод гостит, и обнимается плечи. Время на взлет, пулей летит, но все равно не лечит. Настоящий шедевр, друзья. И вот смотрите, всего 43 просмотра, прошло больше года. Вот поэтому надо давать рекламу. Такие произведения люди должны слышать. Следующее — Верона Шумилова, «Ты не зови меня». Друзья, послушайте. Thank you.
вот в сравнении я дал небольшую рекламу, минимальную, и вот здесь уже 635 просмотров. Замечательный романс на стихи Вероны Шумиловой. Если надо послушать, надо набрать. Можно набрать Шумилова, ты не зови меня. Но лучше набирайте всегда Фрумович, потому что я везде есть. Меня легче робот найдет. Фрумович, ты не зови меня. Вот и все. Следующая композиция «Роковая весна», потому что Шумиловых много, а Фрумович пока один. «Роковая весна». Слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича. Эти милые дни пролетели, как вьюга, унесли от меня все надежды мои. Не сложилось любовь, не случилось-то счастье, о каком мы мечтали в эти светлые дни. Не сложилась любовь, не случилось-то счастье, о каком мы мечтали в эти светлые дни. Было все хорошо, уже будущим жили и готовили даже костюмы любви. Не сложилась любовь, не случилось-то счастье, о каком мы мечтали в эти светлые дни. Не случилась любовь, не случилось-то счастье, о каком мы мечтали в эти светлые дни. Что теперь скажет мама, что подумают люди, все сияло вокруг, пел предвестник любви. Не сложилась любовь, не случилось-то счастье, о каком мы мечтали в эти светлые дни. Не сложилась любовь, не случилось-то счастье, о каком мы мечтали. Приостановим. Следующая композиция. Великий Булата Куджава и замечательный его шедевр «Виноградная косточка» в нашем исполнении. «Виноградная косточка» из цикла «Любимые песни хорошей поэзии». А иначе зачем на земле вечно
Поэзия, ожившие оды о таинствах любви, трактат, слова, музыка, исполнения Самуила Фроморовича. Остановлю. Замечательное, я считаю, произведение. Вот послушайте, что об этом произведении пишет. Нет, здесь нет, к сожалению. Нет, не здесь. Ну ладно. Ну вот, спасибо вам, друзья, за внимание. С вами был Самуил Фромович. Вы прослушали уже тот, кто интересуется нашей ожившей поэзией. Мы вам показали уже более чем 1100 произведений нашей замечательной ожившей поэзии. А вообще у нас, я вот недавно подсчитывал, приблизительно более чем 5400 произведений. И каждый день мы дополняем нашу ожившую поэзию в среднем 3 произведения, поэтому в течение 2 лет мы все постараемся показать благодаря вот этой нашей форме. Но мы движемся вперед, так что
Еще очень много-много у нас будет замечательных творений. Спасибо вам за внимание. С вами был Самуил Фармуев. Всем доброго. До новых встреч.